Сегодня мы находимся с вами возле одного из крупнейших вузов Украины – Киевский политехнический институт. Учебный год подошел к концу, дописаны экзамены, расставлены оценки в зачетках, сданы книги. Наконец-то пришла долгожданная свобода! Активно развиваясь, КПИ стал базой расширения и укрепления сети вузов Украины в целом. В 2016 году университету было присвоено имя его бывшего студента, выдающегося авиаконструктора 20 века Игоря Сикорского. 31 августа 1898 года вошло в историю как день рождения КПИ. Проект создания учебного заведения от идеи до его реального воплощения сопровождали выдающиеся личности – политики, ученые, промышленники. Среди них был и известный меценат Лазарь Бродский, а также купцы первой и второй гильдии из евреев, которые от себя лично внесли немалый вклад в финансирование строительства первой украинской кузницы технических кадров.